Кировчан ждут новые театральные постановки, а в районах области отремонтируют сельские дома культуры. Это будет сделано в рамках федерального проекта «Культура малой родины». Он реализуется в регионе с 2017 года. Зоя Попцова с подробностями. Сельские дома культуры ждет обновление. На проведение текущего ремонта, приобретение современной техники, оборудование театральных кресел и костюмов выделили свыше 25 миллионов рублей. Средства в сумме 17 миллионов рублей, а это на оснащение и постановку новых спектаклей, получат Кировский ТЮЗ и Театр кукол. Вопросы поддержки учреждений культуры стали главными на заседании Общественного совета федерального проекта «Культура малой родины». Его провел региональный координатор проекта, депутат Госдумы Рахим Азимов. К слову, и сам депутат заинтересован в модернизации сельских домов культуры и детских театров. За 4 года он привлек в проект более 11 миллионов рублей внебюджетных средств. Если есть потребность, значит, вы обращайтесь, мы вас поддержим. Когда видишь людей, которые действительно искренне, профессионально делают свою, значит, свое предназначение, выполняют, им хочется помогать. Меру своих возможностей. На общественном совете присутствовала и министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. Она рассказала, что финансирование в этом году сократилось в 3 раза. Но благодаря совместной работе депутата Госдумы Рахима Азимова, Министерства культуры региона, а также Ассоциации Совета муниципальных образований региона, сумму удалось увеличить. Поэтому в этом году отремонтируют 28 сельских домов культуры. И, конечно, огромное спасибо, что вы, как куратор регионального вот этого проекта здесь у нас, вмешались и нам добавили средства. Это все-таки сегодня к распределению у нас ушло 26 800. Это все-таки не 11 миллионов. Огромное спасибо. К слову, при поддержке депутата в марте этого года пройдет ежегодная театральная премия «Удача года» и режиссерская драматургическая лаборатория, на которую утвердят новые сценарии для будущих постановок на сцене Кировского ТЮЗа.